Савчик, там что-то есть! Это что за жесть? Я не знаю! Давай, спускайся скорее! Ты уверен? Нет, давай, может быть, мы просто уйдем? Обалдеть, нет, смотри! Нет, мы не уйдем, мне интересно уже, обалдеть, что там находится! Савчик, там живность какая-то есть, смотри, растения! Офигеть, Владус, смотри! О, черт! Это же прям целый, как будто подводный мир. Савчик, стоп, да. Савчик, давай, все, пойдем. Я сразу изучаю. Погоди, Савчик, кого ты изучаешь? Ты знаешь, что у нас темнеет. Ты посмотри, у нас солнце садится, Савчик. Нам, мне кажется, ну, а что лучше теперь делать? Нам не вариант сейчас возвращаться обратно. Давай, это мы, конечно, быстренько нашли, блин. Вообще, у нас был план найти кубик, а не вот это вот все. Подожди-ка. А, да, возможно, то, что он где-то неподалеку, так что мы это... Подожди, знаешь, что найдем, можно. Знаешь что? Я предлагаю собирать все, что тут есть на исследование. Я не знаю, как мы будем исследовать. Главное, чтобы это было не ядовитым. Подожди-ка. Офигеть, да ты только посмотри. Это так красиво выглядит. И так страшно одновременно. Я это все собираю себе на исследование. Обалдеть, Савчик, да ну! Блин, мне очень страшно. Мне очень страшно на самом деле, ты чё? Фу, смотри, блин, грибы какие-то еще здесь есть. На Марсе есть грибы, что? Подожди, давай пока не стемнело. Слушай, мы ночь-то, я так понимаю, здесь проведем. Это в любом случае, пока не стемнело. Ну, придется, да. Пошли, Савчик, посмотрим, насколько эта река или озеро большая. Я хочу посмотреть просто, что так, за масштабы. Ты уже выбрался наружу, так, ага. Да. Офигеть! Она небольшая, на самом деле. Оно огромное, Савчик, как это небольшое? Ты посмотри. Просто у меня предположение... Ну, для Марса-то и огромное, да. Слушай, у меня предположение, что вот это вот все, это тоже была река. Просто вот эта дамба, вот это успела застыть, а вот это куда-то делось, высохло, и я не знаю. Возможно, потому просто... что смотри, там даже лед есть. Я тебе о том и говорю, Савчик, это по-любому бывшее озеро. Ты посмотри, насколько оно глубокое. Значит, тут была жизнь, но что могло так произойти, что... Я не понимаю, что могло такого произойти, но при том, что где лед остался, там эта жизнь и тоже осталась. Пошли, скорее, у нас ночь, пошли. Давай, возможно, то, что это озеро, на самом деле, не единственное здесь. Савчик, а что, если там кто-то есть? Не знаю, но, по крайней мере, когда мы сюда спустились, никого нету, значит, здесь никого не может быть, на самом ну деле. Да, Савчик, на самом деле, отстойное предположение, мне кажется, что капец, как может здесь что-то быть. Не знаю, я выкопаю здесь вот эту вот землю, блин, потому что мех, она, мох, она тут не копается, это... она твердая. Так и мох затвердел здесь, не могу вскопать, грибы только собрал какие-то. Только киркой ломается. Ты посмотри, Савчик, ты видел когда-нибудь такое? На земле такого я ни разу не видел. Нет, что-то... вообще ни разу не видел. Зеленая какая-то, ой, филет, розовая земля. Не, я тебе про то, что грибы светятся. Как-то так вообще. Не знаю, может они какие-то галлюциногенные. Я не знаю, Савчик. Пробовать их, конечно, я не буду и тебе не советую, поэтому... Ну, для изучения просто подойдет. Просто для изучения. Так, всякая... Смотри, тут еще какая-то слизь какая-то есть. Слизь? Чего? А да, я собираю какую-то слизь, вот, смотри. Сейчас берем это и... Слизь? Фу, скапываем. Савчик, тебе вообще нормально в ней это стоять-то? Нормально, нет? Савчик. Кусок... Это чья-то плоть! В смысле плоть чья-то? О чем ты? На, держи, смотри! Да ну, не похоже. Да не похоже ни на какую плоть. Ну, похоже на какое-то мясо, что ли? Да не знаю, Савчик, короче, неважно. Обычно слизь какая-то. Фу, блин, вообще отстой какой-то. Ой. О, смотри, тут еще какое-то есть растение. Смотри, мы его еще не видели. Слушай, похоже на какой-то саженец, но оно как будто умершее. Давай-ка да, похоже на какую-то мини-мини-мини-мини-мини пальму. Я его соберу, ладно? И еще фонарь да, во вторую конечно руку положу, потому что капец, это жесть, тут так темно. Смотри, Владус, Владус. Офигеть. Что? Тут еще какое-то пространство есть, но туда я не могу забраться. Ну и не будем. Смотри, еще один саженец, только он выжил. Ого, ничего себе! Здорово! Ну, давай собирай, погоди, собирай! Это тоже саженец или нет? А, нет, вот эта штука. Нет, мне кажется, что вот собираю. Это тоже саженец. Я, в общем, его взял. Жесть какая-то, погоди. Подожди, как это могло все уцелеть, даже не повредившись? Вот этот саженец, мне кажется, вообще какой-то странный. Или это не саженец? Я не знаю, Савчик, я сам не понимаю, как здесь... Не, ну ты заметил, это что... просто какая-то жесть. Ты заметил, что у нас скафандры немножко запотевают, потому что здесь температура чуть-чуть выше, чем да, там. Да, там холодрыга, да, особенно ночью, а здесь как будто вообще лето. Слушай, стоп. А если это озеро, здесь была какая-то до этого живность, помимо растений? Савчик, смотри, я норку какую-то нашел, как будто это. Фу, блин. А если там кто-то есть, прикинь? Жесть. Не знаю, но мне кажется, вряд ли там кто-то есть. Ну, черт возьми, если там кто-то... Ты слышишь? Там кто-то есть, Владус! Савчик. О, черт! А, Савчик, стреляй по нему! Он убежал куда-то! Черт возьми, Савчик! Сейчас я его убью! Не надо! Не лезь, Савчик! Где оно? Она пропала. В смысле пропала? Здесь никого нету.
Куда она убежала, Савчик? Она выбралась наружу. Погоди, оно могло в норку, в другую какую-нибудь убежать. Погоди, Савчик, ты видел это? Что за жесть? Я это видел, это жесть какая-то. Она такая противная была, фу, вообще. Капец. Владус, это просто жесть. Подожди, стоп, так там еще какая-то, вроде она была, может... Подожди, я посмотрю. Чего? Кто еще вроде был, вроде Савчик? Там вроде больше там никого нет, но мне показалось, что там еще кто-то был. Знаешь, что я сделаю? Блин, я возьму блоки, я сейчас закрою эту норку, чтобы из нее никто больше не выполз. Давай, вот блин, ну слушай, страшно. Слушай, та норка, которую я нашел, возможно, что там кто-то тоже есть. Где? А, слушай, может быть, дай-ка я посмотрю. Я бы ее тоже закрыл, давай-ка я ее тоже сейчас быстренько закрою. Давай тоже закрой, да, сейчас. И вот здесь тоже есть. Это она. Жесть, погоди, ну куда-то же эта тварь убежала? Где-то же она есть сейчас. Мне это очень страшно. Самчик. А если мы выберемся наружу, и оно нас съест? Да не съест, оно нас тут может еще очень... есть, смотри! Где, смотри, еще одна! Где? Тварь, там еще одна! О, блин, давай, закрывай ее нафиг! Я видел, страшно. Я видел. Она там. Она пытается выбраться. Ты слышал, Савчик? Так? Она пытается выбраться. Да, я это слышал. Погоди, Савчик, давай-ка мы попробуем сверху прокопать. Вот так вот. Давай, может, что-нибудь там найдем? Тихо, аккуратно. Нет, мне страшно, Владус. Аккуратно. Сейчас мы ее это... Сейчас мы ее подкараулим. Пистолет наготове, если что. Давай. И что? Фу, смотри. Там слизь. Смотри, это что за слизь? Я не знаю, Савчик. Как это стрёмно. Блин, жесть. Так, короче. Давай не будем туда заходить, пожалуйста. Давай. Я все это закрою дело. Кажется, это их логово. Слава богу. Я больше туда не сунусь. Это жесть, мне так надо страшно. Надо оглядеться. Может, та тварь вернулась? Я за что-то не надо, Савчик, не надо. Слушай, тут есть что-то типа норки, но так, там только саженец еще один. И кажется, он очень хорошо сохранился. Давай-ка я это. Да, собери это. Давай. Для исследования очень даже подойдет. Савчик, ты погляди на него. Он очень хорошо сохранился. Реально, он кажется... даже подзаморозился немножко. Мне кажется, он не зря тут стоял, вот именно в этом месте, в укромном. У меня есть предложение. Давай все эти шашанцы, господи, саженцы вернем на базу и попробуем их так вырастить. Может, что-то из этого получится? Савчик, я думал, что получится взять эту траву, но получается вот такой камень. Все-таки она... У меня тоже. Она как будто засохшая, но сверху покрыта мхом, смотри-ка. Стоп, Владус. А знаешь, что это может быть? Нет. Это может тоже какая-то растительность была, и она просто растаяла, не знаю, засохла как-то может на этом камне. Савчик, я испугался! Я думал, что гриб вот эта штука! О, капец! Пистолет выкинул. Ты зачем выкинул пистолет, Савчик? С ума сошел, что ли? А если мы снова встретим вот эту там живность? Еще тварь, это Владус! Вот черт, я вижу, Савчик! Уходи! Не подходи, Савчик! Я ее убил! В смысле убил? Я еще вижу. Так, сейчас. Я нацелюсь. Офигеть! На! Я стрельнул по ней! Тихо, спокойно. Она убежала, Савчик. Дай-ка я... Аккуратно. Тут эта слизь от нее осталась. Погоди, только не вставай в эту слизь. Да, жесть. Смотри, от нее еще какой-то дым идет, или пары, или газы какие-то, это что? Куда она убежала, я не понял. Она не где-то знаю. Здесь была. Либо она надеюсь, тоже сдохла. Я больше они, здесь они, нету. Они оставляют слизь какую-то вот эту. Короче, Савчик, я предлагаю уходить. Я предлагаю валить нафиг отсюда. Я знаю то, что я каждую из этих тварей ранил из пистолета. Все, Савчик, давай валим отсюда быстрее. Давай бегом в наши баги. Аккуратнее только, вдруг эта тварь может вернуться. Я слежу в оба глаза, Савчик. Давай в баги и на базу. Срочно. Давай, скорее. Блин, Владус, это страшно. Что это было? Савчик, я так устал ехать. О, кстати, мы добрались. Это вообще под рассвет, просто под рассвет. Слава богу, я есть хочу уже. А я не спал. Снова. У меня, кстати, кислород кончается. Почему ты не спишь-то вообще? Ну и так выходит, Савчик, что поделать-то? Не сплю. Давай, паркуй баги. И у меня к тебе гениальное предложение. Мы сейчас пойдем в наш сад. И... мы попробуем выращивать вот эти растения, которые мы забрали оттуда. Как ты тебе прямо идея? Читаешь мои мысли. Все, бегом. Самое хочу я давай, даже, я даже спать не буду. Все, бегом, Савчик, да, но в любом случае ты потом обязан поспать, потому что тебе будет плохо. Согласен. Давай, начнем с малого. У нас есть всякие малые растения, а есть всякие саженцы. Давай, проходи, Савчик, аккуратненько. Закрываю. Мне интересно, что будет из них, что вырастет, а? Это мне кажется, так клево. Что-то необычное. Посмотрим. А может быть вообще они нам сейчас всю атмосферу здесь испортят, и наши растения. Давай тогда поставим куда-нибудь подальше от наших картошек и морковок. Давай, согласен. А у тебя есть костная мука? С собой нету. Ну, смотри, тогда мы можем взять, в принципе, из терраформера. У нас, в принципе, все уже заполнилось. Да. Короче, Савчик, давай, ты вот лучше ею управляешь. На, возьми всю костную муку. Давай. Первым делом гриб.
Что-нибудь получится так? Из него или нет? Давай-ка попробуем. Ничего не получается, ничего не... Так, ой. Ты, кажется, промахнулся, Савчик. Да, это по обычной траве. Но на нее не работает костная мука. Ты уверен? А может, надо по-другому как-то? Может, это надо... Ты вот... Я уже всяко раз напотыкал и никак абсолютно. Не, ну ты обычно под корень ее кладешь, а может, надо сверху просто посыпать, нет? Так вот, я сверху пробовал посыпать и снизу. Ладно, под давай корень по моей ничего. Методике. Знаешь, как я выращивал картошку? Давай ко мне. Я тебе сейчас покажу. Продемонстрирую, так скажем. Чуть-чуть буквально костной муки. Я его беру. Вот этот гриб, ставлю его вот сюда. А, подожди, мы ставим его в кислороде, а он рос без кислорода, возможно. Ну, давай, да все равно не срабатывает. Ну, смотри, вот что-то, я делал вот так. Все, уходим. Со временем он, может быть, вырастет. А может и нет. Может ну, быть, по крайней быть. Мере, картошка у меня выросла. Слушай, а я не могу посадить вот эту штуку. Вот эту. Какую? Вот эту, я не знаю, она не садится, наверное, может, не знаю. Блин, да, ну как так? Да, тоже она не садится. А если землю вскопать? Погоди, Савчик, может быть, получится? Сейчас-ка проэкспериментируем. Ну, у меня тоже не получается. Тоже не выходит. Блин, обидно, Савчик. Смотри, я посадил какой-то... Я тоже. Давай, кто первее его вырастет? А, у меня тоже не растет. Да, не растет никак. Окей. Савчик, я потратил на эту штуку всю костную муку. Я обижен. Да. Я прям обижен. Какого фига? Я... У тебя же еще какой-то саженец, по-моему, был. Давай его попробуем. Давай вот этот сначала. Может быть, ему места не хватает. Я не знаю, Савчик, что происходит. Давай. Оп, ну-ка. Оп. Аккуратненько, давай, аккуратненько. Расти, большой, так, маленький. Так, костная мука пропадет. Опа! Обалдеть, Савчик. Нифига себе, марсианское дерево. Офигеть, просто. Жесть. Так, погоди, а у меня еще есть росток. А, нет, у меня вот этот есть, только мертвый. Но я думаю, мертвый смысла даже нет растить. Да, да, Савчик, он не растет. Это бесполезно. Ну, по нему видно, что он это, ну того, сдох. Все, его уже как бы нет. Смотри, Савчик, давай вот, еще это, какой-нибудь... вот этот тот самый росток, который сохранился лучше всех. Как думаешь, давай он вырастет? Давай попробуем, Владус, мне интересно. Ну-ка, давай. Так. Давай. Костная мука заканчивается! Все. Да как все-то? Вон еще же есть. И все. Ладно, всё. Тащи тогда с базы костную муку. Мне кажется, что из него должно получиться сейчас что-то прям нереально хорошее. Сейчас попробуем. Мне самому интересно, что может из этого получиться, Владус. Владус. Давай всё, скорее всё, уже, Савчик. Я уже готов. Добыл, давай. Что-то должно из него по-любому вырасти. Ого, пролезавчик. Это что еще? Офигеть!